На занятиях тренерский штаб старается не перегружать игроков большими физическими нагрузками. Сложно предугадать, насколько затянется серия в финале. Вряд ли все завершится в 4 или 5 матчах. Там подобрана очень хорошая команда, очень много ребят. Я лично знаю ребят, олимпийские чемпионы. Они прошли такую команду, как СКА, поэтому настраиваемся самым серьезным образом. Будет очень непросто. Они не дают времени ни в атаке, ни в обороне. Будет очень вязко. Я могу сказать, что красивой игры не получится. Будет очень много борьбы везде. У Акбарса для подготовки к финалу было больше времени, чем у ЦСКА. Последний матч казанцы провели в прошлый четверг. Москвичи одолели питерских армейцев в воскресенье. Что лучше, пауза или игровая практика, узнаем совсем скоро. Ну, у нас и до этого серии были. Все примерно где-то неделя была пауза, да, следующей серии. Я думаю, ничего страшного, подготовимся и выйдем в бой. Появилась надежда на Иржи Секача. Чешский нападающий из-за травмы пропустил серию с трактором. Возможно, мы снова увидим тройку Секач-Ландер-Азеведа. Также восстановился Роман Абросимов. Мы работали, готовимся к сопернику. Знаем, как они будут играть, поэтому и строим свою тренировку именно в таком режиме. Серия стартует в Казани 14 и 16 апреля. Билетов практически не осталось. Прямые трансляции финальных поединков вы сможете увидеть и на наших телеканалах. Алмаз Гафиатов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.